Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в City Skylines, и на наш город напала очередная, просто буквально набросилась чума, друзья. Сейчас нас с вами ожидается землетрясение. Землетрясение, оно уже, кстати, началось, но оно уже начинается. Где оно будет? Будет оно у нас где-то здесь, эпицентр его, видимо, да, судя по всему? Ага, ну тогда, в общем-то, нас, можно сказать, практически пронесло, поскольку здесь... Подождите, а у нас там территория нашей? Да, фу, это наша территория, мы с вами, если что, здесь можем установить пути сообщения, именно железную дорогу, друзья. Ну что ж, хорошо. Землетрясение, так землетрясение немножко не успело спасти, эвакуировать, точнее, наших граждан. Я надеюсь, возможно, сейчас они побегут сюда, и кто-нибудь успеет. Но тем более, что землетрясение будет проходить сейчас где-то здесь в основном, то есть... Оу-оу-оу-оу-оу-оу! А вот и землетрясение, друзья, нам с вами повезло на самом деле. Нам с вами повезло, потому что эпицентр его совершенно в другом месте от наших населенных пунктов. Но, тем не менее, начинаются ужасные пожары по всему городу, друзья. Обратите на это внимание, просто невероятное количество пожаров. Ну, потому что трясет землю, да, и все это как-то не очень хорошо. Даже несколько зданий здесь разрушилось, потому что все-таки хоть и эпицентр у нас немножко в стороне от наших районов, но, тем не менее, друзья, землетрясение распространяется повсюду. И даже в отдаленных уголках, друзья, я думаю, люди ощущают тряску, друзья. Ну что ж, землетрясение прошло в нашем городе, пережил наш город еще одну очередную катастрофу. Много пожаров, много разрушенных зданий, много вылетевших стекол. И я думаю, что есть пострадавшие, друзья. Ну что, мы, в принципе, можем с вами посмотреть, да, к чему в итоге все это дело привело. И, конечно, нам с вами нужно восстановить первым делом пути сообщения, именно железную дорогу, друзья. Единственную нашу в нашем городе, которую как раз-таки и захватила... землетрясение. Теперь здесь у нас такая образовалась расщелина, да? Вот она есть. Такой каньон, можно сказать, практически. 7 баллов, между прочим, было землетрясение. Такое, знаете, недурное, но нам, опять же говорю, повезло, что оно случилось где-то вот здесь, а не где-то вот здесь, или где-то здесь, или где-то вот здесь, да? То есть мы, можно сказать, с вами немножечко отделались легким испугом. Но давайте посмотрим в итоге, что у нас, к чему это все привело. Так, итак, что у нас за последствия, друзья? Погибло 51 гражданин, погиб. Уничтожено здание 13, дорог разрушено. Ну, не так уж и много, на самом деле. Железнодорожные полотна разрушены, 700 метров, да? Загоревшихся зданий 27, загоревшихся деревьев 15 всего. Ну, это меньше, чем было потерь у нас после торнадо наших замечательных. Помните, да, какие у нас там проходились прямо по центру нашего города? Прямо здесь эпицентр был, оно так все шло через весь город. Так что сейчас действительно, друзья, можно сказать... отделались легким испугом. Ну и наши службы, конечно, сейчас будут спасать граждан, сейчас будут разгребать завалы. Конечно же, вертолеты уже полетели, машины уже, скорее всего, да, вот они вроде как там едут выполнять свою работу. Ну и пожарные, конечно, тоже у нас не спят. Тут мы, как видим, уже пожарные расчеты приехали на место и тушат возникшие пожары, собственно, как по всему городу и происходит. Здесь у нас, смотрите, в районе, в промышленном тоже горит очень много зданий, но здесь и вертолеты задействованы, здесь задействованы и также машины пожарных служб, друзья. Поэтому я думаю, что город... сильно больше не пострадает. Ну и здесь тоже есть парочку разрушенных зданий, да, я так понимаю, это завалы. Обрушилось, да, ну сюда я уже уверен, что выдвинулась бригада спасателей и будет выполнять свою работу. Они уже работают на месте, кстати говоря, разгребают завалы и вот уже отсюда уезжают, видимо, проверив, нет ли кого там живого не осталось ли. Что ж, друзья, мы продолжаем строить, естественно, наш замечательный город, продолжаем следить за событиями в нем, происходящие в прямом эфире, можно сказать, онлайн, друзья, да. Ну, вы смотрите в записи, для меня это все онлайн, и мы видим, как очередной вертолет, это что за вертолет, по-моему, полицейский вертолет сюда подъезжает. Даже, мне кажется, обнаружено что-то подозрительное, ничего себе. Что же может быть здесь подозрительное? Возможно, это пожар. Возможно, это пожар. Подозрительным он считает. Так, ну, пожарные вроде как справляются. Конечно, горит очень много зданий, большой объем пожар занимает, да, большую территорию. Но я надеюсь, они справятся. Плюс вертолеты сейчас обязательно помогут. И другие освободившиеся машины также подъедут сюда, чтобы потушить все это дело, друзья. Ну что ж, мы с вами восстанавливаем. О, тут уже поезда ждут, смотрите-ка, они просто встряли, можно сказать, в пробку, им некуда деваться, поэтому мы с вами им помогаем, конечно же, здесь. Так, мне, пожалуйста, железная дорога, спасибо большое. Как она здесь у нас была? Просто напрямик, что ли, вот так вот? Просто напрямик шла? Или можно хотя здесь вроде можно и прямо построить просто, да? Я думаю, здесь такой прямой отрезок как раз-таки получается, да? Вот так, если мы с вами сделаем, возобновим снабжение, все, да. Сообщение, точнее, снабжение, говорю. Сообщение возобновим. Здесь все, давайте заменим тоже. Здесь тоже все заменим, давайте. И нам с вами нужно, конечно же, здесь тоже все это дело присоединить обратно, чтобы поезда могли... В общем-то, о боже мой. А как здесь было соединено? Вот так, что ли? Так, а здесь как у нас сделано? Ну-ка, подождите-ка.
Ну да, здесь она выходит. А, она здесь просто поднимается выше, я понял. Сейчас сделаем тогда все. Давайте еще выше поднимем на уровне, да, чтобы она была на одном. Сейчас будет немножко сложнее, возможно, сделать, потому что... Ну, вы сами видите, почему. Потому что здесь было землетрясение, как бы, и... Это все, конечно, немножко нехорошо. Но, возможно, мы с вами просто сделаем тогда чуть поближе вот здесь соединение, да и все, париться не будем. Нам главное, чтобы все это дело работало у нас, да? Так, а если мы подальше чуть-чуть сделаем вот так, допустим, я сделаю сюда, тогда нам с вами нужно будет, я думаю, немножко поработать при помощи Move-то чуть-чуть, да? Опустить пониже все-таки, потому что... Явно высоко находится. Вот так примерно на одном уровне теперь все это дело у нас идет, да, и более-менее плавный получается, ну, съезд либо заезд. Смотря с какой стороны поезд поедет у нас. И здесь мы с вами можем теперь спокойно присоединить. Да, отлично, все получилось, хорошо. Может быть, конечно, было раньше дальше немножко, но нас это особо не интересует. Все, поезда могут уезжать, они, в общем-то, продолжают свое движение и могут спокойно заезжать сюда к нам. Также, что они, в общем-то, и делают, как мы видим. Ну да, здесь такая вот будет теперь у нас... Такой каньончик, в принципе, ну ничего страшного. Итак, друзья, мы с вами практически справились со всеми последствиями, да. Осталось буквально, тут, конечно, пожар пипец бушует. До сих пор пожарные пытаются всеми силами исправить это дело. Но пока что они вроде как, знаете, стоят на месте. Они вроде как и тушат, но при этом загораются соседние здания. Они перебрасывают расчеты пожарные на те здания, но загораются опять новые. Но вроде потихоньку, полегоньку они все-таки справляются. И удается им пожар, скажем так, усмирить. Усмирить, и очаги гасятся тоже, естественно. Что ж, друзья, ну а мы, пережив очередную катастрофу в нашем городе, конечно же, переходим к самому важному, к самой важной нашей части, да. Это интерактив, друзья, конечно же. Давайте трех счастливчиков назначим в наш город, точнее улицы назовем, как они просили, и боевую честь, собственно, их. И кого на сей раз выбрал рандом, мы сейчас с вами прям посмотрим, друзья. Первый, кому повезло на сей раз, это у нас был Виталий Мельников. И он просил назвать улицу Зигмунда Фрейда, друзья. Ну что ж, имеет место быть, почему бы и нет. Вот, в принципе, взгляд падает у меня на эту улочку. Улочка Смитсон есть в нашем городе, в спальном районе. Она достаточно такая продолжительная, знаете ли. И теперь улица Смитсон у нас с вами будет называться никак иначе, как улица имени Зигмунда Фрейда. Давайте так и назовем ее. Улица... Ой-ой-ой. Так... Имени Зигмунда Фрейда. Зигмунда Фрейда. Есть такое дело. Поздравляем Виталия. Он попал в эту серию, и теперь будет его улица здесь навсегда в нашем городе. Следующий счастливчик — Данила Денисович. Улица Школьная, друзья. Ну что ж, у нас есть как раз-таки здесь школа, да, и я думаю, улицу, прилегающую к ней, можно назвать вполне улицей Школьной, друзья. Вот это вот будет улица Грин. Теперь у нас будет улица Школьная. Давайте, так, улица Школьная, есть такое дело, поздравляем Данила. И последний на сегодня счастливчик, господи, только гляньте, какой здесь поток людей, просто невероятно в этом метро, да. Ну, спальный район, людей живет много, все сюда на эту станцию бегут, здесь плюс еще школа, здесь плюс еще парк красивейший, который мы с вами сделали в прошлый раз, тут причем еще тут дорожки сделаны такие у нас здоровские, тоже все это хорошо смотрится так. Кстати, мы с вами можем дорожку и здесь провести, по ходу дела, да, между зданий тоже есть небольшой промежуток, но вот здесь будет проблемка, конечно, потом куда ее отводить, смысла особо тогда в этом нет, но да ладно. И третий счастливчик на сегодня, друзья, поздравляем его также, это Егор Григорьев и улица Нью-Йорк. Хорошо, Егор, как скажешь, поздравляем тебя тоже. И, собственно, улица Нью-Йорк пойдет, наш город тоже будет попадать. Можно, в принципе, вот эту улицу назвать Нью-Йоркской, потому что она у нас такая, знаете, это авеню, тут много разных вывесок красочных и все в таком духе, поэтому почему бы и нет. Давайте, это у нас авеню, получается, идет авеню Пайпер. Будет улица Нью-Йоркская, допустим, да, называться улица... Улица Нью-Йоркская. Нью-Йоркская. Знаете, нашла так немножко. Переделаем не Нью-Йорк, а улица Нью-Йоркская, пускай будет. Нью-Йоркская. Отлично. Поздравляем также Егора. И это все граждане, скажем так, да, которые поучаствовали у нас в нашем интерактиве. Спасибо им за это большое. Спасибо всем, кто участвует, естественно. Конечно же. И шансы, напомню, есть попасть у каждого. Если удача вам благоволит и рандом выберет именно вас, друзья. Ну что ж, а мы тем временем продолжаем строительство нашего города. Мы в прошлый раз с вами начали строить, застраивать вот этот вот спальный район, да. И весьма успешно, должен сказать, потому что, как вы видите, здесь просто застраивается все... очень быстро. Мы даже с вами еще давайте выделим под, собственно, жилье небольшие площади,
чтобы застройщики, собственно, делали свою работу, да, и застраивали все вот это вот, что у нас здесь с вами имеется. И люди к нам приезжали еще в большем объеме, в большем количестве, конечно же. Также от нас требуют сейчас, в общем-то, и, да, возможно, офисов, возможно, каких-то производственных зон и, конечно же, магазины, друзья. Магазины, магазины и еще раз магазины. Магазинов, кстати, мы с вами поставим вот здесь тоже, я думаю, вот здесь на пляже. Ну, не на пляже уже, получается, за пределами пляжа, поэтому... Спокойно можно поставить магазины и здесь. И вот тут мы с вами давайте сделаем такие зоны. Зоны отдыха. Ну, точнее, не зоны отдыха, а жилые зоны с маленькими домами, с частными. Поэтому пускай здесь вот тоже люди селятся к нам. Здесь у нас все будет тоже такие небольшие домишки стоять. И я думаю, с этой стороны, в принципе, тоже у нас будут и дома, и какие-нибудь, возможно... предприятия, необходимые для этого района. Кстати говоря, давайте посмотрим, что у нас там все-таки по школам еще происходит. Начальная школа, да, у нас, в принципе, все хорошо в городе по начальным школам. Я думаю, что на такой огромный район можно будет построить еще одну где-нибудь школу, да, например, здесь, почему бы и нет. То есть, в принципе, вполне себе, но пока все и так нормально, поэтому спешить не нужно. Вот школ старших, кстати говоря, не очень-то и хватает, да, судя по индикаторам. Но, в принципе, в целом, здесь у нас более-менее обучены, здесь обучены, здесь обучены. Вот здесь проблема, но здесь у нас с вами частный сектор, здесь школы не должно быть, в принципе. Ну, нет, они могут, конечно, там быть, никто не говорит, что они там не обязаны быть, да. Вот, но здесь отсюда пускай они сами добираются до школы, в общем-то, как в городах это часто бывает, далеко, на автобусе или как-нибудь на своем транспорте, но уезжают. Здесь у нас район большой, поэтому пока все пройдут учащиеся через школу, конечно, пройдет некоторое время. Здесь она загружена по полной программе, в принципе, можем себе позволить поставить еще одну школу где-нибудь здесь, например, да, в этом районе, почему бы и нет. Пускай люди тоже обучаются, давайте так и сделаем. Плюс еще одна школа в этом районе, поскольку у нас с вами здесь будет еще больше жителей жить, да, граждан наших, нашего замечательного города будут сюда приезжать, здесь будут застраиваться все это дело. Так, что у нас по поводу зон? Ну, мы, в принципе, с вами все распределили, сейчас потихоньку здесь тоже начинает застраиваться. Но тут главное, чтобы клиенты были, а клиентов пока здесь маловато, потому что здесь никто не живет. Поэтому возникают некоторые проблемки. Здесь, кстати говоря, можно сразу от лопов избавиться, я думаю, нам с вами, да. Они тоже не особо здесь уже как бы и нужны, вот эти вот. Да и здесь-то не особо надо, кстати говоря. Хотя нет, здесь мы с вами соединили как раз-таки в этой области, поэтому пускай, пущай будет, да, соединено. А мы можем с вами вот так сделать здесь, кстати говоря, смотрите-ка. Так, сейчас вот здесь, не так, вот так, оп. Вот так сейчас захватится, мне кажется, там, и здесь можно будет тогда ударить эту часть. Потому что она будет идти вот сюда, так как бы. Областной центр, друзья, 16 тысяч населения, и у нас с вами появились водоочистные станции и крематории. Наконец-таки, боже мой, как я этого ждал. И плавающий мусоросборник, кстати говоря, который, возможно, поможет немножко... Немножко очистить все вот это вот. Все вот это вот, друзья. О, а что у нас с водой, кстати? Смотрите-ка, у нас перестала поступать вода, друзья, сюда чистая, потому что сброс стал просто невероятно огромным. И просто даже поток реки уже не справляется с этим делом. Только гляньте на эту жизнь какая. Но ничего, мы сейчас с вами заменим, во-первых, очистные станции на более, скажем так, экологичные, да, в нашем городе. У нас есть вариант это сделать, вот такие вот поставить, вот очистные станции. А вся эта вот хрень, она вся уйдет, скажем, все эти нечистоты, они уйдут. Но единственное, что в чем проблема, это у нас сейчас, видите, тут как бы не наша территория, поэтому нам немножко сложновато будет сейчас это сделать. Но мы можем поставить все-таки с этой стороны, хотя нет, не хочу ставить, если только сюда куда-нибудь. Но опять же, что мы с вами можем сделать? Мы можем с вами купить новый участок? Областной центр, подождите-ка, можно участок купить? Да, мы можем купить себе участок. Но ради, честно говоря, водоочистки я не очень хочу покупать новый участок, потому что здесь пока я сюда не планирую застраиваться вообще, в принципе, в целом. Я бы прикупил, наверное, вот этот вот участок, и здесь можно было бы подальше спустить как бы все это дело. Да, но тогда нам с вами нужно будет продлить немножко и берега, скажем так. Гранитные их сделать, да, ну давайте купим этот участок, хорошо. Нам в любом случае он рано или поздно пригодится. Покупаем, все, у нас такой квадратик сейчас выкуплен с вами, получается, замечательно. Что мы с вами можем здесь сделать? Мы с вами можем частоты сбрасывать, вот начать до моста сбрасывать их, как бы, да, и поставить здесь уже очистные штуки на самом деле, чтобы там вода прям вообще чистенькая-чистенькая у нас выливалась. Но давайте так и сделаем на самом деле. Сейчас мы с вами берега в гранит обуем немножечко, да, с вами, так. Где у нас там он заканчивается? Давайте прямо от него и начнем, естественно. Можем, в принципе, я привязку отключу, конечно же, нафиг она нам сейчас нужна. И сделаем вот так вот. Я, честно говоря, не очень вижу, куда там она идет, чтобы было более-менее ровненько, да? Вот так как-то она идет. Ну, немножко скруглим сейчас здесь вот так. Ага, хорошо. И здесь по береговой линии просто вот так вот. Придется немножко сравнять все это дело, но ничего страшного. Мы как бы тот берег не особо, чтобы загружать собираемся, поэтому... Можем себе позволить нечто такое сделать, я думаю, здесь спокойно вообще, да?
так. Ну, пока как-то вот так сделаю. Я думаю, этого будет достаточно, в принципе, сейчас для нашей речки. Тут даже у нас песочек проглядывает где-то. Ну, ничего страшного. И здесь тогда, я думаю, тоже нужно загрузить берега, чтобы сюда ничего не вливало. Хотя, знаете, здесь оно в любом случае не зальется. Но оно будет немножко вот сюда заливаться и будет забавно смотреться, мне кажется. Поэтому пока оставим так, как есть. И здесь сейчас мы с вами давайте поставим те самые честные сооружения, кстати, как раз-таки. Раз, два, сколько? Три, наверное, да? И, возможно, четвертое стоит поставить уже вот сюда. Ох, сейчас здесь потоки тоже забурлят у нас с вами. Сколько у нас там по объему перерабатываем в итоге, они вывозят? Так, 160, как и эти, да, вроде как? Эти тоже 160? А, эти 120 даже, слушайте, так еще и больше будет, еще и лучше. Можно одну пока убрать даже, тогда три поставить, в принципе, нормально будет. Окей, хорошо, давайте тогда трубами сразу соединим все это дело. Раз, раз. Выводим сюда и выводим сюда. А это мы с вами будем убирать, конечно же. Плюс электричество здесь есть, здесь нет электричества. Но мы с вами сейчас это исправим вот таким макаром. Сюда подведем лэпы и, в общем-то, все здесь будет сейчас хорошо. Да, это убираем, все, да, это убираем. Это нам с вами больше не нужно. Спасибо большое. И давайте поставим парочку, наверное, честных сооружений. Я думаю, где-то вот здесь по пути. Почему бы нет, да, сразу, пускай оно очищает. Как бы пускай очищает, и все, и нормально будет. Мусоросборник такой стоять здесь будет у нас. Во, прям на речке. Ух. Так, так, сейчас у нас что-то будет с вами, да, друзья, происходить здесь непонятно. Сейчас как польется. Все, оно уже полилось, друзья, но так как это очистные сооружения, то все-таки нечистот будет в разы меньше. И плюс к тому, что здесь еще и будет очистная штукенция стоять, вот это вот. 50 кубометров воды в неделю, конечно, маловато, она, мне кажется, явно пропускает через себя, но я думаю, это будет все-таки какой-то эффект возымеет, да, над всем этим делом. И здесь явно всего этого станет меньше, берега наконец-таки наши с вами очистится и уйдет все это в небытие куда-нибудь. Ну, пускай, ладно, потихоньку чистятся они теперь, друзья, а мы с вами приступаем к дальнейшей застройке нашего города потихонечку. Итак, у нас с вами появились крематории. Это хорошо, друзья, мы обязательно их с вами задействуем. Так, крематории мне нужны, кстати, все-таки у нас одни кладбища, да, практически, не практически, а так и есть одни кладбища. Можно где-то поставить. Так, у нас здесь школа, я думаю, рядом со школой не будем ставить, так уж и быть. Поставим здесь, давайте один, поставим, давайте один здесь где-нибудь. Пускай будут парочку на район, думаю, можно поставить. Здесь тоже где-нибудь сейчас влепим их. Буквально пару штук. Давайте здесь это поставим один. Почему нет, да? Здесь это поставим один с этой стороны. Вот. Может быть, даже где-то на пляж. Вот так вот увидим, пускай будет. Я думаю, нормально, в принципе, зайдет. Так, ну и здесь тоже можно поставить, в этом районе, почему нет? Где-то вот здесь давайте поставим один, поставим. Где-то еще здесь парочку тоже в этом районе. Вот здесь, допустим, один будет стоять один где-то здесь. Так, на главной дороге, я думаю, да, сделаем его вот сюда, поставим. И куда-нибудь сюда еще тоже один выведем с вами, в принципе, можем себе позволить, опять же. О, вот здесь рядышком с кладбищем, кстати, он помещается, хорошо, балдежно, пускай будет. У нас с вами деньги кончаются теперь, но ничего страшного. Я хотел еще, помню, баню поставить сюда, в этот район дополнительную, да, потому что здесь как бы одна у нас есть, вот здесь стоит. Но эту часть тоже неплохо было бы задействовать, вот поэтому сюда я ее, в общем-то, и ставлю. Больше бани, больше здоровых людей, собственно. И все прекрасно и замечательно. Здесь у нас какие-то проблемы с мусором, кстати говоря, как у нас с этим дела вообще обстоят в целом. Да в целом, кстати, неплохо на самом деле. Тут куча машин едет, смотри, мусорных сюда. Мусоросборных, да, и у нас здесь, в принципе, достаточно предприятий, которые занимаются переработкой так или иначе мусора этого. Но можем позволить себе поставить, допустим, еще одну, почему нет, сюда куда-нибудь, да? Нет, давайте не сюда, вот сюда поставим, рядышком куда-нибудь. Все, пускай там стоят, перерабатывают себе потихонечку все это дело. Отлично, друзья. Наш парк, кстати, уже пятизвездочный стал. У нас, в принципе, неплохие такие доходы в нем. 3500. Ну, 3000 хорошо получаем. Минус полторы всего лишь расходы у нас. И надо сюда достроить, конечно же, какие-нибудь штукенции нам с вами. Что у нас там вообще? Ага, у нас проблемы сейчас с деньгами. Ну, тогда ладно, друзья. Тогда ладно. Тогда ладно. Мы, в общем-то, с вами никуда не торопимся, накопим денег и потом построим. Кстати, да, неплохая была идея сделать где-то в парке озеро. То есть, ну, в принципе, можем себе позволить выкопать его. Да, у нас здесь большое пространство есть, здесь большие пространства есть, здесь большое пространство есть. И поставить туда морскую экспозицию. Правда, называется морская экспозиция, как бы. И, знаете, намекает как бы на то, чтобы было море, в общем-то. Но посмотрим, возможно, будет и так нормально. Хотя достаточно большая, кстати говоря, она реально достаточно большая. Ну, вот здесь можно будет сделать какое-нибудь озерцо попробовать и поставить, если оно поставится, конечно же. Если нет, будет немножко печально, но мы с вами попробуем в итоге. Итак, друзья, что мы хотели с вами еще сделать? Мы хотели с вами так, с водой какие-то проблемы у нас начинаются. Да, я смотрю, нам с вами нужно что? Нам с вами нужно больше водокачек, кстати говоря. И давайте поставим еще одну тогда сюда тоже рядышком. С остальными вот здесь.
Так, поехали, соединяем. Я думаю, сейчас должно все наладиться. Со сливом у нас все прекрасно. Да, смотрите, прям явно видно, что не такая грязная вода уже получается отсюда. Хотя, конечно, здесь тоже весьма и весьма все засоряется. Да и потоки, кстати, не такие уж и бурные, когда у нас с вами стоят такие очистные сооружения замечательные, да? Ну и прекрасно на самом деле, ну и замечательно. Нам главное, чтобы здесь все очищалось еще лучше, кстати говоря. Ну да, явно, конечно, не справляется, потому что слишком уж малый объем воды она перерабатывает, но стоит достаточно дорого на самом деле. Ну ладно, будет потихоньку очищать, и уже хорошо, в принципе. Итак, друзья, что я предлагаю сейчас сделать? Я предлагаю на самом деле сейчас взять, купить вот эти две части, или сколько нам, интересно, доступна одна, может быть, будет доступна только, да? Но вот эту сейчас возьмем, в любом случае 10 тысяч стоит. Да, все, это последняя пока часть. Хорошо, в любом случае, я предлагаю вот здесь сделать небольшое производство древесное. В принципе, немножко дерево присутствует у нас. И почему бы нам с вами вот эту часть, да, давайте сразу определим, закрасить область промышленного района. Вот этот район. Тут, кстати, немножко еще, судя по всему, и нефти есть, да, у нас. Но меня сейчас интересует именно дерево, которое вот тут присутствует. Вот это вот все. Вот эту часть мы с вами отдадим под промышленность древесную, друзья. Посмотрим заодно, что там можно производить, что там можно делать. Я-то, конечно, понимаю, что основные, собственно, части, скажем так, да? Вот здесь можно было бы сделать вообще балдежно. У нас пока там, видите, земли нету. Вот, но здесь у нас она появится потихонечку. Будут тут, собственно, лесопильни всякие располагаться у нас с вами. Лесная промышленность вот у нас присутствует, но, как видите, тут пока, опять же, проблема все в деньгах, у нас его нету, этого не хватает, немножко сейчас будем копить деньги и потом строить. Здесь у нас с вами присутствует главное здание лесного хозяйства, соответственно, да, где, видимо, управление этим хозяйством будет находиться, добывающие здания, перерабатывающие здания, уникальные фабрики, но это которые производят, видимо, именно такие товары, знаете, из множества разного сырья, скажем так. Ну и потом, конечно же, мы получаем за это прибыль какую-то. Но поначалу, видимо, нам придется с вами работать именно на просто лесоповале, скажем так, да? Зарабатывать на этом деньги. Ну, посмотрим, опять же. У нас здесь как раз-таки рядом недалеко есть железная дорога. Мы с вами сможем сюда даже подвести, если что, и сделать, скажем так, центр по погрузке, да, промышленных товаров, который будет тоже увозить у нас все это дело таким путем. Ну и, конечно, на город тоже будет распространяться все это дело. Ну, окей, будем иметь в виду, что у нас там будет небольшое производство, такое первое в нашем городе, лесное. Вот, ну, а пока что мы давайте будем застраивать также дальше районы, кстати говоря. Ну, пока денег немного, поэтому что нам с вами еще остается, в общем-то, и делать в этом плане. Итак, здесь у нас потихонечку люди заселяются, как мы видим тоже, да, небольшие домишки строятся, это хорошо. Замечательно, я думаю, даже здесь давайте тоже добавим все, пускай приезжают. Пускай, нам не жалко, у нас места много в городе, да? Нам как раз-таки нужно, чтобы они все приехали скорее и застроились здесь по максимуму, чтобы было больше немножко денег доступно на нашей казне, конечно же, на которой мы с вами потом будем расширять наш город в дальнейшем. Так, ну так, сделаем пока что, окей. Но район, должен сказать, здесь получается, конечно, ого-го какой, прям здоровенный такой, прям хороший, да? Добротный такой, прям как будто бы огромнейший-огромнейший городище он здесь с вами получается. Ну, в общем, так и есть. Кстати, мы с вами здесь не убрали светофоры еще. Давайте это сделаем тоже, нафиг здесь светофоры не нужны вообще-то. Здесь и здесь тоже убираем светофор. Все, отлично, замечательно и прекрасно просто. Ну и пока суть до дела, друзья, я, в общем-то, тут наворотил свою одну из невероятнейших очаровательных развязок, собственно, со множеством рукавов и так далее, но зато, собственно, везде машины смогут попасть. Ну, мы как раз-таки в этом месте примерно с вами планировали делать дополнительную развязку, потому что, ну, чтобы разгрузить все это дело, да, чтобы потом у нас там не забивалось ничего, и все было просто замечательно, друзья. Окей, развязки есть, мы с вами можем соединить, в принципе, как раз-таки это дело все дорогами. Я думаю, что мы здесь с вами... Ну, можно было бы... Нет, нельзя. Все нормально, сейчас сделаем. Так, дороги у нас с вами здесь идут, развязочки, да? Можно было здесь не широкие дороги сделать, можно было бы тоже здесь просто все рукавами такими вот тоненькими сделать. Было бы нормально, кстати говоря, но я решил, ладно уж, типа, такое сделаем повнушительнее немножко, знаете. И теперь нам что нужно сделать? Нам с вами нужно здесь, конечно, дорогу провести, взять эту дорожку замечательную. Так, примерно отступить немножко, чтобы можно было спокойно рукава тоже создать здесь, да? И примерно, я, наверное, даже пущу вход вот это вот все. Нам бы как-то с вами нужно параллельно более-менее сделать. Ну, так, вроде бы нормально, да? Вроде ровненько более-менее. Хорошо, друзья, и теперь здесь мы с вами соединяем все это дело, конечно, вот так вот. Так, ну у нас сейчас получится опять где-то в эту сторону, видимо, да, немножко скруглю. О, боже ты мой, что такое дорога? Ты как себя чувствуешь вообще в порядке? Нормально у тебя все? Давайте приподнимем, что ли, чуть-чуть.
Нет, это не особо работает, если честно, да? Какая-то хрень. Ну, будет немножко песочка, знаете, рабочие работали, и потом забыли песок немножко убрать отсюда. Ладно, ничего страшного. Главное, что они будут все выезжать и заезжать. Так, сразу здесь нафиг я убираю вот этот вот дурацкий разворот. Почему-то он здесь привязывается, непонятно почему. Ну, как бы здесь не нужно. Только сюда и сюда, друзья, можете ехать. Все, здесь и сюда уезжают у нас, да? Ну, чуть-чуть можно поправить. Он не так сильно уж скруглилось на самом деле. Могло бы быть все и хуже, но мы... Ой-ой-ой, не-не-не-не, лучше это скруглить на самом деле тогда, потому что что-то песка здесь капец. Вот, да, даже так лучше смотрится, смотрите, видите, сразу песок убрался. Хорошо, так, давай тогда еще немножко подскруглим тебе. Так, норм будет. Ну, так будет нормально, в принципе, в широкие дороги здесь переходят сразу, да, и уезжают машины куда нужно, там, туда, туда, сюда, сюда. И со всех сторон они смогут, естественно, подъехать тоже, куда им нужно будет. Ну, здесь у нас такая будет зона незанятая, видимо, да, ну, либо здесь застроим чем-нибудь чуть-чуть. Здесь, как всегда, около развязок у нас будет чуть свободного пространства. Это хорошо, и это, в общем-то, все замечательно. Здесь сразу светофор тоже уберем с вами. Он здесь как бы и не нужен нам вообще-то получается. И нам нужно соединить вот здесь дороги теперь. Дорогу соединить. Так, и даже знаете что, наверное, я сделаю вот это, немножко расширю сейчас дело. Так, дайте мне тоже вот эти вот дорожки. Вот такую возьму, пожалуй. И здесь тоже сделаем еще одну главную, короче говоря, дорогу тогда. Да? Вот до сюда у нас будет идти. Дальше будет она опять в маленькую превращаться, вот в такую... Вулочку здесь оставим так, как есть, я думаю, да? Хотя здесь можно было бы тоже большую дорогу сделать, кстати. А, у нас здесь зоопарк. Ну, ничего страшного, что зоопарк. Мы сейчас там с вами поправим. Мы с вами поправим, пускай лучше будет вот так вот, да? Побольше широких дорог немножко в нашем городе. Так, светофоры здесь нафиг не надо, до свидания. Здесь тоже ничего не нужно, хорошо. Здесь и нет, в принципе, ничего. И нам нужно теперь поправить изгородь, которую мы поломали в зоопарке, в нашем замечательном, прекраснейшем. Так, дайте мне, пожалуйста... Угу, спасибо. А у нас здесь, кстати, по-моему, даже зона не зоопарковая, нифига, да? Ну-ка. Ну-ка, секундочку. Да, даже немножко не доходит, смотрите-ка, надо побольше сделать. Так, парковая зона, она прямо у нас до сюда уходит, вот так вот, все балдежненько теперь. А вот здесь можно лишнее, кстати, убрать. Здесь можно, кстати, лишнее убрать. Потому что у нас здесь до сюда где-то парк идет, а дальше уже нифига не парк. Тут у нас тюремный комплекс, вряд ли это относится к парковой зоне. Хотя почему нет, да? Так, окей, есть готово. И все-таки давайте изгородь поправим тоже с вами, которую мы чуть-чуть, немножечко буквально поломали. Вот так сделаю сейчас. Вдоль дороги тоже здесь проведу. Что-то как-то кривато немножко получается. Ну, ладно, нормально. Так, и здесь, где она там соединяется у нас вот до сюда, да? Бах, все, готово. Изи для нас, все на месте, друзья. Окей, так вот, конечно, здесь поломалось что-то маленько у нас, да? Опять эти чертовы выравнивания. Но без них уж никуда, знаете ли. Без них абсолютно точно никуда. А, лады, лады, здесь все сделали, тогда нам с вами остается только что, здесь соединить тоже дорогу, естественно. Взять дорожку немножко и, опять же, отступая чуть-чуть, буквально, да, примерно как-то, примерно, ну вот вроде бы ровненько, нормально идет, все, да, вот так тоже наискосок туда уходит и дальше тоже дорога идет, балдеж. А, сделаем здесь тоже соединение сейчас с нашей развязкой замечательной, так, иди сюда и здесь, иди сюда. Ну, здесь, в принципе, нормально. Даже равнять ничего не буду толком. Сделаю единственное, что разве что, опять же, запрещу им разворачиваться здесь, потому что не надо, не имеете права здесь разворачиваться. Не надо вам тут разворачиваться, идите только сюда, все. Балдежненько. Отлично, вот так у нас и получается. В принципе, еще одно дополнительное соединение между районами, да, будет. И еще и соединение к, собственно, шоссе получается. Отлично. Ну, дополнительные съезды, они никуда не деваются. Они тоже будут рабочими, естественно, потому что некоторым удобнее гораздо через них ехать, чем куда-то объезжать там в другие места. Ну и здесь, как мы видим, тоже машины поехали, и они уже тоже с шоссе здесь приезжают и здесь уезжают. Отлично, все, не зря, видите, как сделали. Разгрузили. Тем более, здесь у нас будет с вами еще куча застроек всяких разных. Поэтому все это будет развиваться, расширяться у нас само собой, друзья. Ну а в эту, собственно, сторону мы с вами давайте начнем, наверное, как-то отводить, подводить, да, наше лесное производство. Мы, конечно же, для него дополнительно сделаем еще, скорее всего, отводы и приводы. Звучит не очень. Дополнительные рукава сделаем прямо с шоссе сюда, сразу съезды и разъезды, да. Ну и этим они тоже будут пользоваться. Дорога у нас здесь главная идет, в общем-то, в эту сторону. Продолжим ее, наверное, да. По прямой просто вот так пока сделаем. Она как раз-таки будет в притычок идти к нашему лесхозяйству с вами. В эту сторону, да, получается, здесь у нас эта область будет. Так, ну и в этой области получается у нас что? У нас, во-первых, от города тоже нужно дорогу сделать. У нас есть бетонные, прекрасные, замечательные дороги для таких случаев. Нужно их только найти, где-то в конце, по-моему. Во-во-во, да, малая промышленная дорога, какая же она балдежная должна быть. Просто невероятно балдежная, друзья. Так, у нас район сам по себе будет получаться вот здесь, да, лесозаготовочный. То есть как мы с вами сделаем? Я думаю, мы с вами поступим вот так, примерно, где мы видим с вами лес, да, то есть по краю. Вот как-то вот так, даже немножко сюда давайте отведем.
вот так у нас здесь с вами будет по краешку идти эта бетонная дорога, то есть она будет огибать всю эту промышленную зону, в принципе, примерно вот как-то так, да? Давайте с этой стороны тоже сейчас что-нибудь сделаем такое. Так, я думаю, где-то отсюда начнем, вот так вот сделаем. Здесь она будет соприкасаться с городом, как раз-таки выезд сделаем в город здесь, для этой дороги нашей замечательной, да? Вот так вот она пойдет, вот такой вот райончик у нас здесь с вами промышленный будет получаться. Ну и здесь просто сейчас соединим тоже бетонкой, естественно, вот так вот. Здесь вот так вот получится у нас. Ну, тут мы с вами сейчас должны будем внутри тоже сделать систему прям целую. А дорога реально прикольная, смотрите, прям такая промышленная-промышленная, по-другому никак и не назовешь ее, да? Забавно смотрится, даже можно поближе рассмотреть, в принципе, ее давечка. Подвинем камеру. О, какой балдеж, смотрите, а. Каев. Я бы даже, знаете, я бы даже в городе где-нибудь поставил, где жилые районы будут. Ну, то есть, они имеют место быть, такие дороги, действительно, в городе. Даже бывают, и, мне кажется, в жилых районах спокойно можно вообще поставить будет. Но, ладно, этим с вами всем займемся. И здесь у нас, в принципе, что будет? Ну, сперва, конечно, нам с вами нужно соединить с городом все это дело. Обычно совершенно дорогой, но где-то здесь перекресток будет у нас. Вот в этой области, в принципе, вот так, да, сделаем. Почему бы и нет, машины сюда могут заезжать. Это у нас дорожные службы, что ли, катаются? Ну, видимо, да, они, собственно, осматривают дороги на предметах изношенности, видимо. Так, светофор отсюда сразу убираем. Я думаю, возможно, даже не единственный перекресток у нас с вами здесь будет. Возможно, мы с вами сделаем дополнительные какие-то еще. Здесь можно, в принципе, пока соединить вот таким макаром, да? Почему бы нет, пускай катаются. Вот, и, собственно, давайте переходить теперь к нашему промышленному району. Вот у нас здесь, в принципе, прям такое вот и получается. Немножко даже, я думаю, немножко его как-то вот так вот по дорожке сделаем, да? Чтобы сильно не вылезал, ну и в то же время... Хотя с этой стороны он тоже у нас будет, поэтому зачем я там убираю? Там же тоже у нас пойдет какое-нибудь производство, пускай пока такое будет. Пускай пока такой вот, какой он есть, такой и будет. Только разве что где шоссе уберу вот здесь. Кусочек, все, центр Крещент. Пух, название Крещент. Окей, центр так центр, как скажете. Так, и, собственно, здесь что нам с вами нужно ставить, друзья? Нам с вами здесь нужно поставить сперва вот это самое главное здание. Главное здание лесного хозяйства, которое у нас будет как раз-таки, я думаю, стоять при въезде. Ага, его еще хрен сюда поставишь, потому что, опять же, дороги круглые. И они по-нормальному здесь не ставятся. Ну понятно, начинается вот это вот. Тогда сделаем иначе, друзья. Мы с вами берем еще дорогу одну, также бетонную, да, и вот здесь сейчас просто прямую сделаем дальше. Как бы вот так. Все, и здесь сейчас точно на прямой дороге все у нас поставится, все у нас будет замечательно и хорошо. Итак, давайте дубль 2, получается, к этой стороне привязываем тебя. Отлично, поздравляем, друзья, у нас появилось первое производство в нашем городе, лесное, лесопилка, маленькая плантация дерева нам с вами доступна, и маленький склад бревен нам с вами доступен. Отлично, то, что нам как бы и нужно. И причем здесь пальмы, лол, да? Но не хватает здесь им, конечно, ни еды, ни воды, ничего, потому что здесь нет нифига. Так, я думаю, мы с вами воду будем тогда вот так сейчас сюда нести в эту сторону, опс. Давайте, нам главное сейчас сюда провести все. Так, а можно как-то вот так вот ровненько сделать, вот так. Ну, пожалуйста, соедини здесь. Угу, спасибо большое. Все, вода сейчас будет, электричество мы вам сюда проведем. Может быть, вам вообще сделать здесь отдельную пока установочку вот такую поставить? Как вы считаете, ветровую? Что вы мне скажете на это? Мне кажется, можно. Хотя, с другой стороны... Ну, давайте, ладно, поставим пока. Будет питаться от нее чисто. Здесь, оп. Ну, балдеж. Все, ветровая установочка здесь есть. Давай, загружайся, запускайся. Вода есть, электричество поехало. Давай, все, электричество есть, отлично, балдежненько. Все у нас с вами присутствует. Мы с вами можем лесоповал Крещент называется, собственно, здесь мы с вами можем просмотреть весь путь производства, скажем так, да, добыча, сырьевые лесоматериалы, выпуск. Можем выпускать их сразу, можем на бумагу либо на пиломатериалы пускать, и опять же на выпуск, либо уже дальше в производство оно с вами пойдет. Но тут тоже будет видно. Здесь нам с вами, конечно, не хватает немножко сейчас метро. Мы проведем потом в дальнейшем, когда район уже застроится, здесь побольше он станет у нас. Здесь, я думаю, мы жилье с вами сделаем, но не плотное такое, знаете, небольшое, частные тоже домики будет стоять. Здесь, во-первых, здесь, скорее всего, сделаем магазины. Больше ничего здесь у нас с вами построено не будет, а здесь будет район уже в этой стороне находиться. Ну и неплохо бы, конечно, все-таки, я думаю, подвести сюда ЖД будет, чтобы тоже потом товары могли спокойно уезжать. И причем подвести бы я бы подвел, на самом деле, куда-то вот как-то вот не сюда, а вот с этой стороны все-таки, чтобы подъезжало, знаете, вот с этой стороны, чтобы сюда машины вообще мало выезжали у нас с вами получается. Ну ладно. И что мы с вами давайте сейчас построим? Ну, конечно же, первые наши делянки, скажем так, да, делянки и лесопильни, друзья. Так, нам с вами доступно сейчас... Угу. Центр региона 19 тысяч. Тем временем у нас, кстати говоря, смотрите, солнечная электростанция появилась, наш любимый балдеж. Обязательно это задействуем, как только понадобится. И пока маленькие плантации деревьев, смотрите, какие у нас прекрасные, замечательные. И сюда опять толком ничего, блин, не поставить, потому что у нас здесь с вами
неровненько. Но мы с вами тогда сделаем немножко по-другому. Мы с вами сейчас вот здесь будем такую, знаете, небольшую цепочку как бы строить односторонних движений. Получается, чтобы они ехали сюда, потом ехали сюда, ехали сюда, ехали сюда. И вот так потихонечку дальше в производство там уходили. Ну и, в общем-то, что-то типа того. Поэтому я даже, наверное, сейчас здесь поставлю парочку, троечку, четверочку. Пятерочка не влезает, зараза, жаль. Ну, вот здесь поставим тоже обязательно еще раз. И два хотя бы вот так, да? Здесь дорогу можно поменять, кстати, на одностороннюю. Почему бы и нет? Я так и сделаю, пожалуй. Спасибо. Вот, и дальше дорога у нас пойдет в обратную сторону. Вот сюда уже, по другой стороне, кстати. И я бы хотел сделать так, чтобы там еще поместилось вот с этой стороны тоже в притычок приместились другие делянки наши замечательные. Слушайте, ну выглядит прикольно на самом деле, да? Я вот еще не видел этих лесозаготовок, но деревья такие весьма одинаковые. Ну и оно и понятно, как бы, да? Сажают одно и то же специально, чтобы выращивалось, и потом все это дело в переработку у нас с вами шло. Здесь я хочу сейчас сделать в обратную сторону тоже небольшую дорожку. Так, вот где-то здесь, наверное. Сколько она вообще занимает пространство? Так, ну целиковая почти. Да нет, на самом деле нифига не целиковая. Окей, тогда мы сейчас с вами будем делать вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну, примерно где-то вот здесь, я думаю, нужно делать. В обратную сторону, только сейчас мы с вами сделаем это, конечно же. Так, я надеюсь, сейчас здесь поместится у нас. Попробуем. Так, во-первых, в другую сторону. Давай, катайся. Катайся в другую сторону, пожалуйста. Спасибо большое. Так, и пробуем делянки поместить. Поместятся ли они у нас? Да, ну, даже немножко больше сделали, чем нужно было. Ну, ничего страшного. Давайте здесь тоже парочку делянок сделаем. Вот так, в принципе. Ну, зараза, еще одна не помещается, да? Но, тем не менее, вот почти плотненько. Прям замечательно, хорошо и прекрасно. Пускай здесь они работают, собственно, и... Какие у нас есть варианты для хранения? У нас там есть какой-то специальный склад для хранения бревен. Сейчас мы его тоже построим, чтобы они могли туда хотя бы вывозить все это дело и в дальнейшем на продажу, либо на дальнейшее производство, естественно. Так, воду вам держите. Что у нас там с вами сейчас доступно? Доступно у нас с вами сейчас там следующее. Вот. Лесопилка, во-первых, да? Это то, что пилит лес на бревна. И на доски, точнее, даже. И маленький склад бревен. Так, ну, нихера себе маленький. Не такой уж он, знаете, и маленький. Зараза, не помещается сюда, смотрите-ка, на него. На этого наглеца. Ну, давайте поставим тебя сюда тогда. Нет, сюда плохо будет ставить, потому что здесь машина будет выезжать только в эту сторону, придется целый круг делать, поэтому нужно ставить это здесь его вообще. Сейчас мы тебя передвинем, подожди, тогда сюда давай хотя бы в конец, да, вот так вот. Сюда не смогут, в принципе, привозить это все дело, да, поехали. Они будут проезжать вот так вот и сюда увозить все эти бревна, по идее. Отлично, сбалансируем. Давайте-ка заполнение поставим, пока что пускай... Пускай заполняются бревнами наши замечательные склады. Вот уже машины, смотрите, поехали. А? Слушайте, они выглядят действительно так же, как и у нас. Помните, в фарминг-симуляторе такие же есть. А что ты не это? Куда-то... На продажу, что ли, повез? Видимо, на продажу. Перевозит экспортные лесопродажи. Ага, понял. Экспорт — это хорошо, друзья. Экспорт — это замечательно, это просто прекрасно. О-о-о, и большие, смотрите, грузовики едут. А вы едете сюда. О, смотрите-ка, появляется древесина. Бревна потихонечку появляются, заполняются, да? Балдеж какой. Просто кайф. Ну и таким образом, друзья, у нас с вами будет здесь производство наращиваться, естественно. Само собой. Кстати, здесь попробуем сейчас поместить с вами, давайте, лесопильню одну небольшую. Так, лесопильня. Дай-ка нам себя пощупать. А, так она действительно маленькая, смотрите, идеально. Идеально. А вот здесь и лесопильня будет рядышком у нас. И смотрите, сразу, оп. Да в смысле? Ты не можешь попасть сюда, серьезно? И ладно, тогда я сделаю немножко по-другому. Стоп, а если вот сюда? Вот сюда можно будет сразу вывозить. Ну, типа, чтобы они такие выезжали и небольшой путь проделали. Просто сюда сразу до лесопили, не понимаете, да? Так, ну-ка. Куда везешь? Ага, сюда. А сюда кто-нибудь повезет, пожалуйста? Пожалуйста, мне древесина нужна. Вот сюда древесину, пожалуйста. Отвезите. А, во, поехало, смотрите, все, отлично. Сразу сюда, видите, попадает и... Процесс пошел, там даже бревна, по-моему, пилит, смотрите-ка. Конвейер такой идет, и доски вылезают, балдежненько. А мы можем как-то поближе это рассмотреть? Давайте попробуем. Тут он рабочий, смотрите, стоит. О! Мужичок с бензопилой, балдеж. Так, и что мы там с вами дальше-то видим? Давайте смотреть. Ну-ка, поглубже давайте окунемся. Во! Вот тот самый конвейер. Тут даже тоже мужик, смотрите, ходит с бензопилой. Так. Запускаем. А почему одни... А где сырье-то? Почему одни доски выходят? Подождите, почему одни доски выходят? Где сырье? Куда сырье? А, сырье, видимо, где-то здесь, да? А, ну все понятно. Здесь оно, собственно, заполняется, как бы, да? И там уже несколько станков, смотрите, на пути стоит. Прям конвейер целый, который обрабатывает, и в конце чистенькие досочки выходят. Да? Балдеж. Вот этот кайф. Ну, это прикольненько. Сколько же у нас, смотрите, уже с вами грузовиков с этими с бревнами ездит? Пипец, просто огромное количество. Огромнейшее количество, друзья. Ну, это хорошо. Это хорошо.
что они ездят. И нам с вами, да, нужно будет поставить эту станцию, которая все это дело будет увозить. Возможно, даже где-то здесь, кстати, все-таки с этой стороны сделаем. Не знаю, посмотрим потом. Вот. Ну и потихоньку наш лесоповал будет развиваться, разрастаться, конечно. И мы с вами на этом будем тоже, надеюсь, какие-то денежки в итоге зарабатывать. Пока у нас прибыль, к сожалению, в минус идет, но мы с вами только начали свое производство, скажем так, друзья. Что ж, на этом с вами, думаю, пока серию завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну, а мы с вами, друзья, увидимся. И у нас здесь какие-то проблемы еще с электричеством начались. Да, я смотрю. Да, все, электричества не хватает. Нам с вами... Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Солнечная башня. Обожаю. Так, куда бы тебя поставить-то, солнечная башня? Давай куда-нибудь, знаете, куда-нибудь поставим с вами, друзья. Давайте поставим. Ни хера здесь не ставится, потому что слишком большой склон. Я понял тебя. Я тебя понял. Возможно, стоит поставить солнечную башню где-то здесь, либо... Где бы поставить-то, серьезно? Но нужно ставить, потому что нас уже не хватает электричества. Да хотя бы здесь, это без разницы. Тут, я думаю, вряд ли у нас что-то такое будет построено, прям сверх клевое, да? Нет, вообще нет, не хочу сюда ставить. Вот здесь у нас место есть, кстати, под нее. Мы сюда дорогу можем сделать, и сделать здесь... Да, так с вами поступим. Давайте-ка сделаем сейчас. Электричество немножко дадим в свой город, еще чуть-чуть побольше. Так, разрешите, пожалуйста. Спасибо. Обычно, да, обычная дорога, зачем там с какими-то штуками ставить. Просто обычная дорога сюда пойдет, вот. Вот так, сюда и вот сюда. И здесь у нас будет стоять та самая солнечная башня, да? Так. Склон слишком крутой, зараза. Нет, я тебя поставлю, вот все ставится, отлично. И оно сразу соединилось, хорошо. О май гад. Ох, как больно от этого. Ужасно больно, невероятно больно. Ну, мы, конечно, можем развернуть ее в другую сторону, здесь поставить, но, блин, она впритык города будет стоять тогда. Но знаете, это, блин, лучше. Это лучше, потому что здесь хотя бы земля с ума не сходит. Пускай так будет, ладно. Пускай будет так, все, стоит у нас башня. Теперь, по идее, с электричеством все должно быть, да, балдежненько. Отлично, друзья. Сейчас здесь возобновится, все, отлично. И, друзья, что я хотел вам еще напомнить. У нас сейчас в группе ВКонтакте проходит голосование по выбору игр для новогодних стримов. Не забывайте зайти и оставить свой голос. 10 групп игр там у нас сейчас с вами находится, друзья. И в каждой группе вы можете оставить свой голос, проголосовав за понравившуюся вам игру. И, собственно, победитель из каждой категории будет присутствовать у нас с вами на новогодних стримах. Ну что, друзья, теперь точно все. Со всеми еще раз прощаюсь и до скорого, конечно же. Всем пока-пока.